Ну, пока все чистенько. Почтовые ящики здесь находятся, потому что там очень мало места, я так понимаю, поэтому они здесь.
Так, лифты в этом доме платные. На 9 этаже. На этажах по 4 квартиры. На первом этаже жильцы сделали ремонт. Более-менее благородили. Вот все уродство, оно здесь. Кафель под моими ногами трещит. Но этот этаж еще более-менее, там есть пострашнее этажи, пока я поднимался. Здесь у нас утопило. Кафель тоже разбит. Грязные стены. Эти вот страшные перила. Если бы их покрасили, они бы выглядели намного лучше. Ну, этот этаж еще более-менее. Вот. Особенно после первого, второй, третий этажи, они страшные особенно. Покрасили бы все этажи таким бы образом. Перила. Если бы обновили такой кафель везде, было бы намного лучше.